Проводить свободное время, играя в различные спортивные игры на свежем воздухе, любят не только дети, но и взрослые. Это прекрасная возможность не только показать свою силу и ловкость, но и зарядиться энергией и хорошим настроением. Такой подарок сделали сотрудникам РФЦУНЕФ и горожанам организаторы тематических веселых стартов в честь юбилея испытаний первого отечественного ядерного заряда РДС-1. Эти соревнования прошли под девизом «РДС-2019» – резвый, дерзкий, спортивный. Командам предстояло преодолеть 6 этапов эстафеты. Это банан, лыжи, лыжные гонки, гусеница, скакалка, гигантский дриблинг и запуск ракеты. Традиционно мы говорим, что это для развития корпоративного духа сотрудников, вот, что, в принципе, мы лишний раз убеждаемся и подтверждаем. 2019 год был объявлен годом здоровья в госкорпорации «Росатом». Ядерный центр в НЕФ успешно реализует целый ряд социальных программ, в том числе направленных на развитие физкультуры и спорта, где наши спортсмены показывают высокие результаты. Поэтому и в честь 70-летнего юбилея испытаний РДС-1, важного события не только для РФЦ в НЕФ, но и всей нашей страны, ядерный центр организовал для своих сотрудников большую развлекательно-спортивную программу, которая прошла под девизом «Здорово вместе». От имени администрации профсоюзного комитета я поздравляю вас с этим важным юбилеем. Ядерный центр сегодня – ведущее предприятие атомной отрасли. Оно выполняет важный государственный оборонный заказ. Ведущие ученые-специалисты работали и работают сегодня над атомным проектом. Вы также работаете в ядерном центре, тем самым несете свой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Большое спасибо вам за ваш труд. Несмотря на соперничество, настрой у команд был позитивный и доброжелательный. Хорошая погода и веселые игры помогли участникам расслабиться после напряженной рабочей недели, получить заряд бодрости и хорошего настроения. Получаю большое удовольствие. Присоединяйтесь. Все очень нравится. Приятная атмосфера, дружные ребята, коллективы, интересные виды спорта. Очень хорошая, позитивная атмосфера. Последним испытанием для участников стал символический запуск ракеты РДС-1. Командам нужно было действовать слаженно и точно, чтобы забросить снаряд как можно дальше. Лучше всех с заданием справилась команда «Вымпел». Она же стала победителем соревнований. Все участники веселой эстафеты получили памятные подарки от организаторов соревнований. Для детей была предусмотрена отдельная развлекательная программа. Ребята с удовольствием играли с надувными снарядами, для них проводили игры и работали аниматоры. Также в течение мероприятия все желающие могли сдать нормативы ГТО. Спортсмены РФЦ в НЕФ Дмитрий Климов, Антон Тришин и Владислав Покровский были награждены благодарственными письмами госкорпорации «Росатом» за успешное выступление на чемпионате мира среди трудящихся в Испании. От классического футбола бамперболл отличается тем, что все игроки одеты в большие надувные сферы. Свободными у них остаются только ноги. В игре можно безнаказанно сбивать друг друга, кувыркаться и даже стоять на голове. Соревнования в нашем городе проходят впервые и приурочены к юбилею испытания первой советской атомной бомбы. Это мероприятие посвящено 70-летию атомной бомбы РДС. И мы пригласили на нашу игру детей и взрослых, чтобы поддержать этот праздник, чтобы поднять себе настроение, чтобы заняться здоровым образом жизни и приобщиться к спорту. Все желающие могли сформировать команду и попробовать свои силы. Каждая игра длилась 10 минут. Игроки быстро устают в массивных шарах, передвигаться в них нелегко. Нужно приложить максимум усилий, чтобы загнать мяч в ворота соперника. Влад 5 лет профессионально занимается хоккеем. Классический футбол ему не нравился, зато бамперболл вызвал большой интерес. Такой формат футбола очень крутой. Тут можно толкаться и не больно. Они там кувыркались, команда красных, а мы пока они кувыркались, я в 1-0 вышел. Забил. Для игроков очень важна физическая подготовка, ловкость, скорость и сила. Надувной шар весит в среднем 5 килограммов. Главное преимущество бамперболла в том, что огромные воздушные шары, внутри которых помещается игрок, не травмоопасны. Любой удар соперника не доставляет боли, лишь ненадолго сбивает с ног. Все в любом возрасте могут правильно играть в эту игру. А безопасно – это то, что вокруг тебя пространство в виде мяча. Ребенок крепится ремнями, и даже если он отпустит руки, то есть ребенок будет продолжать находиться в этом мяче и ничем не ударится. Победителей определяли в двух возрастных категориях – до 16 лет и старше. Лучшие команды наградили спортивными футболками и браслетами с символикой РДС-1.
Матвей Мышов занимается футболом уже год. По мнению мальчика, эта игра помогает развить упорство и силу воли. И самое главное, приносит награды. Первый серьезный успех на счету Матвея – третье место в чемпионате по футболу школы «Росатома» среди дошкольников. В финальных играх юный игрок примерил на себя роли защитника, вратаря и нападающего и забил сопернику гол. Ну, я защитник забил гол. Случайно. Я там подбил. Заводим, забил гол. У него не получилось. А на счету Вадима Санкина в этих соревнованиях 5 голов. Он отправил мячи в ворота Десногорска, Новоуральска и Удомли. Самым серьезным соперником для него стали ребята из Лесного. У них было много хороших позиций, они нам забивали голы. Ребят, их тренера и родителей в Новоуральске ждала насыщенная программа. Тренировки с выдающимися спортсменами России, посещение театра, дискотеки, концерты и, самое главное, финальные игры. Первый матч саровчане провели против Десногорска и выиграли со счетом 3-0. Уступила наша команда только финалистам – Озерску и Лесному. Не просто нам кидали в одни ворота, была борьба. Все ребята старались и получили результат заслуженный. Мы во многом так посчитали, и тренер, и родители все, что до первого места, возможно, нам чуть не хватило, но третье место – это то, на что мы были готовы. Во многом этот успех достигнут благодаря занятиям с тренером Николаем Дубенко, который уже после отборочных игр стал готовить ребят к финалу. Однако и педагоги детского сада вложили многое в победы воспитанников. Стоит отметить заслугу нашего наставника по физкультуре Анастасии Александровны. Если бы не она, потому что человек, не понимающий ничего в футболе, с такой инициативой подошел ко всем этим тренировкам, играм, что дети заразились и достойно выступили. Ребята, их родители, администрация сада номер 19 хотят продолжить славную традицию футбольных побед и готовятся к новым турнирам и чемпионатам. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Участие в соревнованиях заставило изрядно понервничать российских спортсменов еще до начала полетов. Багаж задержали на сутки, и вместо тренировок ребята осматривали достопримечательности старинных городов. К тренировкам наша команда приступила позже остальных участников. Мы пропустили этап Кубка мира, на который планировали приехать. То есть 2 дня тренировок мы потеряли. Антон Сидоркин, вспоминая поездку, говорит, что ребята смогли мобилизоваться и, получив багаж, тренировались до позднего вечера. Сам запуск летающей модели, на первый взгляд, достаточно простой. Антон, насколько позволило место съемки, показал, как это происходит. Тренер выпускает модель из рук, а второй конец лески у меня. Я ищу восходящий поток воздуха, затем модель разгоняется. Точнее, я ее разгоняю, и отцепляется наш буксировочный трос, и модель летит вот в таком положении еще 50 метров, и затем переходит в такое положение и планирует. На результат влияют много факторов, и в первую очередь это мастерство авиамоделиста и его физическая подготовка. Как и у настоящих летчиков, у авиамоделистов есть свои приметы и суеверия. Например, во время соревнований Антон не смотрит на табло, не сравнивает свой счет с баллами соперников. По словам юноши, это позволяет максимально сосредоточиться и показать отличный результат даже в экстремальных условиях. У нас последний тур был после заката солнца в 7:15. То есть мы уже искали модели в темноте. В первенстве Европы среди юниоров по свободно летающим моделям приняли участие спортсмены из 19 стран. В составе российской сборной Антон Сидоркин стал серебряным призером в личном и командном зачете. В отделении авиамоделизма он занимается 10 лет и после школы решил поступать в Московский авиационный институт. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.